Министерство здравоохранения проводит мероприятия для организации бесперебойной работы всех фельдшерско-акушерских пунктов районов республики. В частности, проводится их подключение к инженерным коммуникациям. Фельдшерско-акушерские пункты республики не подвергались сервисному обслуживанию с момента их ввода в эксплуатацию. Ввиду ветхого состояния коммуникаций, а также полного отсутствия коммуникации в ряде ФАПов, Министерством здравоохранения и социального развития подготовлена соответствующая документация и ремонтно-строительные работы начаты и ведутся для начала в 4 ФАПах республики. К ряду ФАПов не были подведены соответствующие коммуникации. На данный момент ведется работа в ФАПах Сулбалта, Ахмаз, Раздахан и Фазакау. В зависимости от потребностей структурных медицинских подразделений осуществляются требуемые мероприятия. Замена полов, прокладка трубопровода, водоснабжение, установка водных насосов, устройство канализационных колодцев, установка радиаторов, установка отопительных котлов, бурение водных скважин, установка водных насосов, либо проводка линий электропередач. Минздрав ставит перед собой целью проведения соответствующих работ во всех модульных ФАПах Южной Осетии. ФАПы районов республики представляют собой большую значимость для сельчан, поэтому на сегодняшний день проблемы ФАПов требуют безотлагательных решений. На данный момент в селе Балта, к примеру, проживает около 200 человек, преимущественно зрелого возраста. В министерстве также отметили, что с целью визуального контроля качества оказания доврачебной медико-санитарной помощи все ФАПы будут оборудованы камерами наблюдения.